состоялась мировая премьера первого электрокара марки Link & Co, которая является совместным проектом китайской Geely и шведской Volvo. До сих пор под этим брендом, придуманным компаниями в 2016 году, выпускались в основном гибридные автомобили. Флагманская чисто электрическая модель под маркой Link & Co Z10, для которой даже пришлось отойти от фирменной системы индексации, добавив в название букву Z от слова Zero. Любопытно, что презентацию провели вовсе не в Поднебесной, а в Швеции. Электроседан использует платформу SEA, которая также используется на электромобилях марки Lotus, Smart, Zeekr и Volvo. Шасси имеет высокопрочный кузов. Конструкция на 84,65% изготовлена из высокопрочной стали и алюминия, что обеспечивает высокую жесткость и снижение веса. Link & Co Z10 будет иметь как 400, так и 800 вольтовую архитектуру, моно- или полноприводную комплектацию, у которой разгон до первой сотни 3,5 секунды. У дальнобойной версии заявлен запас хода свыше 800 км. Компания заявила, что над дизайном модели трудилось более 100 дизайнеров из более чем 20 стран мира. Дизайн седана выполнен в актуальном стиле бренда, который впервые продемонстрировал еще в 2022 году на концепте Link & Co Next Day. Напомним, в том же ключе сделана внешность свежего седана Link & Co 07, кроссоверов 06 и 08. Среди особенностей экстерьера – безрамочные двери, стеклянная крыша, выдвижной спойлер и необычные ходовые огни. А задние фонари и передние габариты могут менять расцветку. С точки зрения техники, Link & Co Z10 повторяет недавно обновленный Zeekr 001, уже с 800-вольтовой электросистемой. Даже колесная база у двух машин одинаковая – 3005 мм. Линку от Zeekr достались пневматическая подвеска и продвинутое автономное вождение с помощью лидара и чип NVIDIA Orin X, хотя по документам он отвечает только второму уровню автономности. Сам автопроизводитель о моторах и батареях Z10 не рассказал. Заявлено лишь, что топ-версия сможет разгоняться с 0 до 100 км в час за 3,5 секунды. Тогда как рестайлинговый двухмоторный 789-сильный Litbek Zeekr 001 способен набрать сотню за 3,3 секунды. На презентации также сообщили, что при использовании терминала постоянного тока электроседан Link & Co Z10 можно будет заправить за 15 минут. Этого хватит, чтобы проехать 573 километра. Однако некоторые данные о технической части все же имеются. Они содержатся в опубликованном китайским Минпромом сертификате модели. Согласно этим документам, начальные версии получат 400-вольтовую электросистему и один электродвигатель мощностью 272 лошадиные силы, вероятно, он располагается на задней оси. Дорогие комплектации – это 800-вольтовая система, один 421-сильный электромотор или двухмоторная установка, то есть полный привод. Передний двигатель выдает 367 лошадиных сил, задний – те же 421 лошадиную силу. Link & Co Z10 – это не только производительность, но и роскошь и комфорт. Дизайн интерьера выполнен в модном стиле минимализма, для которого характерно практически полное отсутствие физических клавиш и переключателей. Центральная консоль может похвастаться 15,4-дюймовым сенсорным экраном. Перед водителем узкая полоска приборного дисплея дополнена проекционным экраном. Интеллектуальный салон оснащен системой Flyme Auto, разработанной в сотрудничестве с Meizu и оснащенной процессором Qualcomm Snapdragon 8295. Центральные дефлекторы обдува находятся над главным экраном. Как передние, так и задние сиденья оснащены функциями вентиляции, подогрева и массажа, что обеспечивает по-настоящему приятное впечатление от вождения. Сзади управление встроено в центральный подлокотник. Аудиосистема Harman Kardon мощностью 1600 Вт имеет 23 динамика, поддержка технологии объемного звучания и оснащен технологией звука VNOS, обеспечивающей захватывающее удовольствие от прослушивания. Известные технические характеристики, габариты. Длина седана равна 5028 мм, ширина 1966 мм, высота 1468 мм, колесная база 3005 мм.
На выбор предложены колеса диаметром 19 или 21 дюйм. Заявленный Link & Co коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,198. Штатно установлена панорамная крыша почти 2 квадратных метра без сдвижной секции. Link & Co – совместное предприятие Geely Auto и Volvo, а Zeekr принадлежит Geely Auto. Geely также владеет Lotus. Важно отметить, что первоначальная концепция Link & Co Zero, созданная 4 года назад, превратилась в то, что сейчас известно как Zeekr 001. Link & Co Z10 отличается от Zeekr 001 четким фирменным направлением и стилем. Однако цена Link & Co Z10 во время презентации не была объявлена. По мнению китайских СМИ, цена стартует от 200 тысяч юаней или в переводе с местной валюты 27 500 долларов. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.